Что делать, если рядом с тобой человек упал без сознания? В твоих силах спасти жизнь человеку, но действовать нужно быстро. Главное – не паниковать. Если человек потерял сознание, аккуратно встряхни его за плечи и громко спроси: «Вы в порядке?» Если он не отвечает, срочно вызывай скорую. Пока ждешь помощи, проверь дыхание. Запрокинь ему голову и слушай. Если дыхания нет или оно звучит необычно, начинай непрямой массаж сердца. Это не так сложно. Положи одну руку на центр грудной клетки, вторую сверху. Сложи пальцы в замок. Вот так. Нажимай с частотой около 100 раз в минуту на глубину 4-5 сантиметров. Раз, два, три, четыре, пять. Продолжай до приезда врачей. Твои действия могут спасти человеку жизнь. Не проходи мимо, если человеку рядом с тобой стало плохо. Когда-нибудь этим человеком можешь оказаться ты. Жизнь в твоих руках. Узнай больше о правилах первой помощи на жизнь в твоих руках.рф.